Вечер, дорогие друзья. Продолжается сегодняшняя трансляция. Сегодня она, скажем так, оборвется через где-то часик, наверное. Мне нужно будет уехать, но вот решил я пару игр сыграть и, собственно, это дело застримить. Пообщаться с, конечно же, с народом, с элитными черепахами. Вот. А, возможно, потом ночью еще продолжим, но я не уверен. Я, честно говоря, не уверен, но посмотрим. Так, на хусики бахнул. Ребят, плюс 25 ПТС. Это для меня нестандартно. Но давайте же попробуем еще раз что-нибудь сделать. Только хусиком я что-то уже не хочу. Я хочу зарандомить. Я просто хочу зарандомить. Дред, а ты знал, что если вы берете драфт, взять Burning Spear и Backstab, то у противника будет гореть жопа? Нет, не знал, но спасибо, что ты рассказал мне об этом. Предположительно, наверное, после этой игры как раз-таки и я это... уйду. Надеюсь, это будет поражение, чтобы уйти с плохим настроением и захотеть вернуться, чтобы проиграть еще 25 ПТС. Так, Random Hero, еще один огненный товарищ. Ну, давайте сыграем этим. Этим надо в легкую идти фармить, посмотрим, что получится. Конечно, фантомочку этот парень не особо контрит, но кто его знает, это как пропрешься даже. Если у меня будет ранний арчит, если фантомка из тех, которые максит вороты, то, соответственно, шанс реально 50 на 50, что я ее убью, потому что она может задожить вообще все тычки. Просто вот все вот эти 6, там, 7 ударов, которые со стрейфа очень быстро уходят и, как правило, убивает героя, она может их задоджить. Как минимум половину ее не взять. А ночью это во сколько, Дрюсик? Ну, не знаю, часиков 12, наверное, в час. Surprise, motherfucker. Спасибо, что по-прежнему подписываетесь. Пополняете ряды элиты. Так. Блин, ну у нас неплохой такой лайнапчик. Солидный, я бы сказал. Так, что этому подонку покупать надо? Наверное, так, как здесь и говорят. Так, так, так. Вот так. Атака, мне кажется, ему нафиг не нужна на первом левеле, потому что плюс 30 демеджа дополнительного. То будет достаточно. Ну и тангусов. Тангусы лишними не будут, потому что это Фурион, он может харасить своими пеньками погаными. Сюрприз, мадафака! Кстати, я так заметил, появляется уже какая-то социальная прослойка в чатике. У нас появляется элита, появляются дикари. Также еще есть отдельный контингент. Это турбо. Отлично. Так, да, наверное, одну эту игру с... Блин, погода, правда, там на улице дерьмовая. Ну ладно, как-нибудь с этим справимся. Ну все, холивар пошел. Черепах и черепах турбо. Все, пошли паузы. Игра никогда не начнется, не закончится.
Базил, открывай калитку с дикарями. Блин, в этом черепашьем чате веселее, чем сам контент стрима. Так. Блять, ну давайте поиграем уже, может быть. Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker! Ой-ой-ой-ой, подписочки пошли, пошли черепахи. Обновляются ряды все каждый день. Так, это Кентусик, но ему здесь будет неприятно, ребят. Это точно. Блин, ну как же медленно поднимает свой лук этот скелетик? Не, ну можно понять, в принципе, кожа до кости. Вот просто он так сильно напрягается, так. Мне кажется, такое звуковое сопровождение должно быть у этого героя. Это за херня, простите. Да почему ты не держишь его, Васса? Подержал бы его, мы бы объяснили ему быстренько. Сюрприз, мадафака! В чем твоя проблема, Растик? Дают, держи. Бьют, беги. Ей, Растик, слабенько играет. Да, и крипов всех разъебали, но это кошмар какой-то. Просто что ты делаешь? Прекрати, пожалуйста. Вейлинг Блейд купился кентавр. Это как-то совсем смешно. Хотя, может, у него какие-то планы там серьезные. БФ, Вейлинг Блейд, фармить лица. В принципе, нормальная штука. Блин, а мог бы я, наверное, его убить. Забыл, что я с ботинком. Ладно, хрен с ним, пускай живет лошадь. Еще поквитаемся. Блин, вот под тавром вот не люблю я оранжевиками стоять, но это так. Скудно, как ничего не добивается. Хотя не, этим нормально, в принципе. Тут тычка очень солидная.
Кстати, Бом Флетчера сильно очень подняли. На 16 левеле парень вообще чувствует себя отлично. Каждые 35 секунд жрет крипа и всегда под бафом этим. Так, ну пора пушить Тауэр, судя по всему. Да, и кентавр что-то отошел и, собственно, напрасно это сделал. Блять. Неправильно застопил крипов, тележка придется отдать. Ну и не очень-то и хотелось, честно говоря. Так, не, ну в принципе на 6-м левеле кентавр может покарать меня. А может и не покарать. Вот в чем прелесть. Surprise, motherfucker. Блять. Что ты еще подходишь, Васа? Какое-то неуважение просто. Прости, Иисус, говорит Темпларка, видимо, что-то он не так сделал. Так, вот теперь можно так солидно тауэр поковырять. Так, и он не denial, не denial. Все хорошо. Купим еще одну себе масочку. Ни в чем себе не отказываем. Кстати, команда рвет. Походу закончился тот самый у меня стрик поражений. Ну, по крайней мере, сейчас в игре все очень даже неплохо. Так, еще надо успевать подфармливать лес, на самом деле. Пропушить это все дело. Хотя можно и на второй тауэр так-то выходить. Тоже никто не запретит особо. Так. Покупать будем вот эту вот штуку. Блин, а здесь лес не проеден, это плохо. Хотя сделаем так, по-читерному, так типа. Ах, нет, стоп, он проеден. Блять, не та кнопка, ничего страшного. Так, ну и что? О! Здорово. Мисс, мисс. Надеюсь, хоть третий раз попал к нему. Surprise, motherfucker. Короче, вот о чем и речь. Она просто может доджить все мои тычки и даже не краснеть при этом. А стрелять в меня смысла мало, при всем уважении. Потому что я сейчас возьму, отхились. Попал, попал, приятно. Ну ладно, пошли вы нахуй тогда. Блин, ну даже не 6 левел был, но это вот фантомка, от нее хер убежишь. От нее реально просто невозможно убежать с ее новым этим замедлением. Даже если бы у меня сейчас эта хрень была на 4 левел, по-моему, я в любом случае бы не сбежал оттуда. Потаскуха. Вообще надо было раньше отступать, когда у меня не было просто бафа. Да и плевать на самом деле. Я качаюсь, у меня все хорошо, команда ябает. Так, артизи блоки.
Что творят? Что творят? Ай да тигры. Да, если бы не накосячил. Ничего страшного. Что ты говоришь? Пошел нахер отсюда. Угу, с даггером уже темпларка. Ребята, да все серьезно, оказывается. Так, ладно, пускай. Ебать, лич 10 левела. А здесь мы не хотим поработать. Пожалуйста. Не, не хотим. Угу. Хочу убивать тебя. Можно я буду убивать тебя? Блять. Так, это кто у нас? Это Рубик. Привет, Рубик. Это побыстрее уже. Ну, тут в любом случае, на самом деле, я никуда не уйду. Потому что вот эти вот ее... Хотя... Ну, сейчас это еще один, да. То есть, как бы, ребят, понимаете, о чем я, да? От нее просто невозможно убежать. Так, таверн тебя сломали, у меня арчит скоро будет. Тебя я фижу немного, но ничего страшного. Батька, лич просто... Да пропустишь ты его, хорош. Хорош. Ну, кто-то не промахивается. Так, ну, собственно, все, сейчас уже чит будет. Мека? Кого мека? Фуриона, наверное, есть только. Там все остальные такую боль испытывают, что вряд ли у них есть мики. Так, значит, 11 левел, это поприятнее уже. Который будет у меня очень скоро. Если здесь не сдохну опять от этой чертовой темпларки. Не темпларки, а фантомки. Нихера нету. Опять я умираю. Блять, я не знаю, что против нее делать. Просто не сбежать никак. Конечно, надо было отходить, крипа жрать, там все дела. Но я что-то жадный, пиздец. Ладно, не беда. А, короче, хер с этим арчидом. Пойду драться. Или не хрен с ним. У них сейчас на кулдауне все будет. Не, пойду убивать.
Я не пойду убивать. Так, вот и как бы рчит мы только нет, Ларка там пропушила все. Наконец-то. Ты ебались, они до скелетика разманцевали, меня разубивали, кажется. Так, ну все, теперь я уже не такой беспомощный, надо сказать. Сейчас вот это вот, ребят, вот это ломаем, давайте. У нас еще раста с вардами, наверное. Нет, ну скоро будут. Сейчас закончится уже ульта. Здесь крипов нет, но хотя они будут много уже скоро. Тут у нас что? Тоже ничего, понял. Вот, дагер решает мои проблемы. Вардами, конечно, Растик здесь накосячил. Можно было действительно смело рак сломать. Так, Рошан, это да, это можно. Правда, сейчас всю ману на него вылью, но не беда. Так, ну, вообще-то да, надо что-то как-то регениться. Здесь еще как вариант можно диффуза сделать. Но я, честно говоря, не очень хочу. Ага. Блять, крипов нету никаких, да? Ага, здорово. Мана нет, это такая подстава. Может, ты генчик возьмешь? А, ну вот и регенчик. Так, а я, наверное, начну уже в БКБшку развиваться потихоньку. Не, все бы, конечно, ничего, но... Что-то крипов нету нигде ни хрена. Окей. Посмотрим, что у нас тут еще есть.
хрень какая-то надо это ломать. Крипчики. Можно даже дабл стакнуть их, чтобы на следующий раз еще хватило. Так, все, что-то не стал сыкать уже немного. И мана так-то закончилась. Вот, кстати говоря, насчет следующего раза. Да, хотя ребята и так справляются. Ничего страшного. Хотя не, ну его нахрен, это БКБ, лучше такую штуку возьму себе. Короче, в натуре хоть хек сделай. У меня тупо отказано в мане. Да нет, что, братиш. Пожалуйста, пожалуйста. Блин, ну естественно, вы сожрали всех крипов, да? Качается СК, блин. Отлично. Все харасятся, короче. Есть нечего, ребят, вообще ничего. Хотя я могу поедать своих. Ох, вейт! Все, пошла катка. Короче, враг уже не дефит, можно так просто делать. Хотя, ох, подождите же, это же размен сторонами знаменитый. Кстати, тут крипы толстые, можно поесть. Не, я не хочу никого килять, я буду базу ломать. Или не буду. Похоже, что не буду. Ладно, да, я буду качаться на вражеской базе.
Так, ну ладно, они он не защищаются, и отлично. Отстань от меня. Я прошу, я хочу! Стой, даже бэкаться не буду. Ага, самоубийство. А, нет, стоп. 6 душ, этого недостаточно. Ты режь. Не, ну СФ всегда какие-то трешовые попадаются в паблике. А меня вылетащило, мне норм. Так, ладно, сейчас, ребят, 3-минутная рекламная пауза, и мне нужно будет доходить, поэтому стрим я выключаю. Кому не лень, еще посмотрите, и, возможно, вечерком еще подключу опять. Точнее, ночью. Ну, вообще, скорее всего, так и будет. Так что, финальная 3-минутка, ребят, и до ночи.